Это все из-за праздников? Нет, вовсе нет. Так почему же ты пришел к нам сегодня? Пытаюсь привести мысли в порядок. Говард замечательный человек. Он не просто босс, а друг. Он потерял ребенка, и теперь ему плевать на все остальное. Думаю, это самое странное, что я когда-либо видела. Он пишет письма. Кому? Говард пишет не людям. Он пишет понятия. Времени, любви, смерти. Дети пишут Санте. Это не значит, что они сумасшедшие. Нет, но это помогает. Ты решишь, что я сошел с ума, но я общаюсь кое с кем. Сначала я встретил смерть. Она подошла ко мне в парке. Вижу, вы очарованы. То есть смерть — это она? Оказалась смерть — пожилая белая женщина. Помнишь меня? Я время. Ты писал мне, потому что тебе нужно время. Говард! Спроси. Спроси ее, видит ли она меня. Он сидит прямо тут. Он просто появился, да? Я любовь. Это я создаю жизнь. С тобой что-то происходит. Говард, я не знаю, что сделать, чтобы вернуть тебя. А что, если любовь, смерть и время пытаются помочь тебе? Поговори с ними, Говард. Задай вопросы. Просто попробуй. Любовь – это причина всему. Я видел тебя в ее глазах, когда она смеялась. А ты разбила мне сердце. Я была в ее смехе тогда, но я и теперь здесь, в твоей боли. Он взывает ко Вселенной в поиске ответов. Не упусти призрачную красоту. Это твоя связь со всем в этом мире. Если он примет это, то сможет начать жить снова. Ты ведь тут не для того, чтобы забрать меня? Нет, Говард, чтобы прокатиться на метро. That's love tonight.